Келли все контролирует. Да, Келюська, снимаю, шо? Нельзя за попку трогать бусёныша. Снежнее. Дамы и господа пушистые, я сейчас буду сдувать матрас. Это будет гудеть, как не знаю что. Предлагаю вам покинуть кровать прямо сейчас, потому что вот это жужжание будет просто капец. Я чуть-чуть жужжу. Предлагаю вам сейчас покинуть кровать. Пушистые, да. Дамы и господа. Ну, надо что-то на полную мощность включить, чтобы вы тут и напудили мне на кровати. Давайте. Это я делаю, я сдуваю кровать. Бусь, ну женщина поняла, тебе что, особое приглашение или что? Титаник тонет, Буся. Мамка, ничего не страшно. Ну почти ничего не страшно, да, почему? Ну конечно же. Вот когда Бусе надо, Буся очень боится шума. А когда Бусе не надо, Бусю... Вот видите? Это очень смешно. Ну, кровать уже почти сдулась. Бу, ну ты просто... Герой. Келюся, кто у тебя тут понаучивал перед дверью стоять? За Баськой повторяешь? Келюся, не открою я тебе ни двери, не открою, на дворе ночь. Не открою, а может я там Баську забыла? Мужика что ли там забыла твоего на балконе опять, или что, Келюська? Лучше иди ко мне, ляж. Я прошу, Келюся, не открывай рот. Нет. Келюсь. О, наконец-то. Келюсь, непонятно, с какого бока ты зашла. Показала с другого бока. Заходи. Короче, сдула кровать, лежу не на сдутой кровати. Потому что можно и горбатой стать на кровати. Не прокатило. Я поняла, мои дорогие зрители. Сейчас буду двери открывать. Хорошо, сейчас открою. Не могу как бы вам дальше снимать, потому что на зарядке телефон. Пошла женщина на балкон. Еще она на балконе. Ой, ужас. О! Мужичье тоже пошло на балкон. Привет, ребята. Вот наши товарищи спят. Короче, надувная кровать сдута в связи с тем, что
Вот бусёныш отталкивается то своими когтями и продырявил ее. Я ее заклеила, эту надувную кровать. Тем более она как бы не дешевая, понимаете? Не матрас ватный. И вот, мои дорогие зрители, вот так вот я сплю. В принципе, на надувной кровати она как-то там подсдувает, и ты сидишь, спишь как в гамаке. Я в своей жизни, вот это вот только в США, я не сплю на досках. А так я, в принципе, всю жизнь спала на досках. А, в общем, у меня была такая кровать. Аж страшно рассказывать, но уже расскажу, поделюсь с вами. В общем, у меня была кровать, полуторка или односпалка, короче, я не знаю, наверное, односпалка или полуторка, фиг её знает. А, в общем, знаете, совдеп кровать, там, где пружинистая такая покрытие. Я даже не знаю, как она и называется. Так вот, и там под этой пружиной, да, были такие железные перекладины, я ложила доски, то есть, так как эта пружина, она не прогиналась, и сверху лежал матрас, потому что, ну, как бы на этой сетке спать вообще жесть. Здесь у меня обычная кровать, она достаточно твердая, но не такая была твердая, как я всю жизнь спала. Поэтому вот это вот, что на полу спать, это вообще благодать. Правда. Один минусяк, то, что вы спите на полу, если там как-то двери или с окна может дуть, и вас может реально просквозить. Так, мои дорогие зрители, вот как вы думаете, я скрутила нашу надувную кровать. Она, конечно, неудачная, потому что... То есть она удачная, да неудачная, потому что Баська там надырявил, и я ее там заклеивала, и все равно она там где-то подсдувает, или из-за того, что Баська там надырявил своими ногтями, ну, когда бежал и отталкивался. Короче, не знаю. Вот я ее скрутила, и я ее держу вот там в углу за креслом, и, в общем, я решила вот спрятать. Честно говоря, не знаю вам, что сказать. Ну, в общем, как-то так. Бась, давай вылазь! Знаете, ни одну дырку дома не пропустит. Вот как вот эта дырка нужна для меня, вот там и бусёныш сидит. Или ты там постоянно сидел, прятался, чтобы бусёныша не трогали. Бусь, ты вылазишь? Бусь, ну Буся. Может, я потом это сделаю, потому что тут так прикольно Кири спит. Кстати, сделаю вам на днях видос о том, как мои коты похудели, почему похудели, я изменила полностью питание. Где-то я там, наверное, в каких-то видео заикалась, и выкладывала их, не выкладывала. Прошу вас, очень, короче, извинения, у меня трудности с техникой, не всегда получается выложить видео. Я надеюсь, что я решу эти проблемы, ну, хотя бы частично, для того, чтобы можно было просто хотя бы выкладывать видео. Вам поцелуй от Келис.